современная ситуация, если говорить о духовной жизни в России, в Русской Православной Церкви, представляет из себя далеко не самые радостные явления. Много смутного, много неопределенного, много неясного. Сейчас тем более, когда оказалась открытой идеологическая граница России, и к нам прилетели столько духов самых разнообразных, о которых подчас наши люди даже никогда и не слышали, и не знали, сейчас особенно важно слово, то, которое основывается на святоотеческом опыте, на знании святых отцов, то есть слово, которое бы давало неискаженное представление о самом главном – это о духовной жизни верующего. Святитель Игнатий Брянчанинов представляет из себя явление, я бы сказал, очень редкое по своей значимости и по уровню того духовного прозрения, понимания духовных вещей, которые столь необходимы человеку. Мне бы хотелось очень напомнить сейчас всем о том, что Игнатий Брянчанинов оказался той фигурой, о котором, может на первый взгляд показаться это удивительным, о котором, как ни о ком другом из духовных писателей XIX века, говорят самые выдающиеся авторитеты русской церкви. Если мы обратимся, например, к оптинским старцам, а он был связан определенными узами с Оптиной пустынью, то что мы там видим? Преподобный Макарий Оптинский называет его великим умом. И более того, говорит, у нас был бы и свой Арсений Великий, если бы Игнатий, он называет именно Игнатия, архимандрита, если бы он пошел другой дорогой. О чем он говорит? Я хочу на этом остановиться, поскольку для многих эта фраза оказывается непонятной, и просто ее истолковывают в совсем другом смысле. Не он пошел другой дорогой, а его насильно взяли, кто взял? Сам император. И из той обители, в которой он хотел бы проводить жизнь, действительно подвижническую, монашескую жизнь, и, может быть, уйти вообще в уединение, и стать действительно Арсением Великим, его властью своей император взял и поставил игуменом Троицы Сергиевой пустыни. В своих письмах святитель Игнатий неоднократно выражал сожаление. Он писал даже так. «Я не могу привыкнуть к этой пустыне. Не прилепилась моя душа к ней. Я жду любого решения Святейшего Синода, которое бы только смогло меня освободить от уз, связанных уз с этой пустыней». Так вот, насильно его исторгнули оттуда. И действительно, Господь своим промыслом предусмотрел нечто другое. Мы же помним, кто такой Арсений Великий был? Молчальник. А оказывается, для русской церкви нужно было и в XIX веке, и, как мы видим, и в настоящее время, не молчание, а нужно было слово. И это слово вот мы видим сейчас в таком виде. Итак, Макарий Оптинский называл его великим умом. Варсонофий Оптинский говорил, это просто ангельский ум. Когда я его читаю, я удивляюсь, насколько прилипает моя душа к нему. А вы знаете, когда его хоронили, это он говорит, Варсонофий Оптинский, то пели ангелы «Дорина сима чинне». Это поразительные, конечно. Никон Оптинский, преподобный, ученик Варсонофия Оптинского, говорил даже так, что творение святителя Игнатия – это азбука духовной жизни. И даже он такие приводит сравнения, что даже творение Феофана, епископа Феофана, не то по сравнению с тем, что по сравнению с тем уровнем, которую мы видим в творениях епископа Игнатия. Тогда это еще епископы, они не были прославлены, естественно. Мы об этом все знаем.
И дальше посмотрите, я назвал трех оптинских старцев. Посмотрите, дальше мы видим, какую плеяду таких же отзывов о нем. Арсения Игумения Сибрякова. Говорит, я читаю пятый том Игнатия Брянчанинова как творение древних святых отцов. Игуменский игумен Иоанн Валаамский. Говорит, я еще в юности прочитал его и удивляюсь этой премудрости владыки. Игумен Никон Воробьев, он говорил, нет лучшего учителя для нашего времени, как творение святителя Игнатия Брянчанинова. Как я благодарен ему. И последнее, если хотите, из вот недавно только скончавшихся, по-моему, в 2002, кажется, году, архимандрит Иоанн Крестьянкин. Так тот своей энергией, с которой он обычно произносил свои проповеди и писал часто, прямо говорил, читайте Игнатия Брянчанинова, читайте, и вы получите, и вы откроете, и вы увидите, как нужно жить. Я к чему привожу эти все свидетельства? Действительно, ни о ком нет такого сонма, таких сильных слов, выражений, как о нем. Почему? И эти духовно опытные люди видели его значение для тех всех верующих людей, православно верующих. И я думаю, что, может быть, даже не только православных, а для ищущих христиан то значение, которое действительно он имеет и, будем надеяться, и будет иметь. Вот такова поэтому актуальность издания этого собрания никогда не потеряет свое значение. Его можно издавать и переиздавать, я думаю, многократно издавать его. И, как вот уже говорила Ольга Ивановна, когда начали только первые еще издавать в советское время, начали томиками отдельными издавать, их не хватило, так их раскупали люди. Жажда великая еще есть в нашем верующем народе. Может быть, только потому еще русская церковь и жива. Есть еще ищущие, есть жаждущие духовной жизни. Вот поэтому актуальность издания святителя Игнатия, она всегда насущна. И можно только благодарить всех тех, кто занимается этим, в частности, Павла Николаевича, вас, Ольга Ивановна, которая проделала огромнейшую работу по изданию, особенно и писем, и пятитомного творения. Спасибо, Алексей Ильич. Скажите, пожалуйста, исходя из того факта, что наследие святителя Игнатия, безусловно, многогранно, и всякий человек, принадлежащий к самым разным чинам церкви, может здесь найти для себя ответ на свои самые главные вопросы, вопросы о духовной жизни, вопросы о спасении. Какие темы, на ваш взгляд, как глубокого читателя творений святителя Игнатия, наиболее важны, ну, скажем, для студентов, современных студентов духовных учебных заведений, для прочих мирян, для пастырей, для монашествующих? Мы часто говорим, нужно читать святых отцов. Хорошая и прекрасная мысль. Но о чем он пишет, Игнатий? Уже многие творения древних отцов становятся по существу непонятными для нашего времени. Непонятными в каком смысле? Тот духовный уровень, из которого исходили творения древних отцов, он сейчас просто отсутствует. Но те основы духовной жизни, которые мы находим в их творениях, являются вечными, так же, как таблица умножения. И вот основное достоинство творения святителя Игнатия заключается в том, что он, так сказать, переложил древних отцов не просто на современный язык, ну, 19-го, конечно, века, сейчас этот язык уже и для нас несколько устарел, не только переложил в смысле языка, но он переложил это их творение и с учетом того уровня понимания христианства, которое оказалось в наше время. Этот уровень, конечно, очень и очень поверхностный.
И вот учитывая это, он, исходя из понимания своей паствы, исходя из того, что он прекрасно знал и монашество своего времени, и был знаком неплохо и с богословами, и с богословскими сочинениями, и, естественно, с обычными пастырями церкви, он именно применительно к этому уровню передал мысли святых отцов, касающиеся духовной жизни. Это чрезвычайно важно. Поэтому какие темы он подчеркивает? Он уже не говорит о созерцаниях, о феории, не говорит о духовных экстазах. Нет, он пишет о другом, о том, что является самым насущным для всех нас. Он пишет о покаянии, он пишет о том вопросе, который подчас даже вызывает немножко изумление. Он пишет о необходимости правильной молитвы. Причем как пишет, что, к сожалению, говорит он, мало кто людей понимает, что такое правильная молитва. Все говорят о молитве. И можно, оказывается, молясь, остаться без молитвы. Поразительная мысль. Молясь, остаться без молитвы. Действительно, можно молитву превратить во что? Вычитывание. Можно само богослужение превратить в чисто внешний ритуал. Здесь он перекликается, как его мысли перекликаются с святителем Феофаном, когда он в одном месте пишет. Когда там батюшке молиться? Он протрещит молебен, а молиться-то и некогда. Его святитель Феофан Игнатий пишет, что это опаснейшее дело превратить молитву, то есть обращение ума и сердца человека к Богу, превратить в какую-то внешнюю форму, поверхностный ритуал, религиозный ритуал, в котором не остается никакого духа. Это чрезвычайно важные мысли, без которых, без понимания которых, конечно, просто обычному христианину, не какому там подвижнику, совсем нет, обычному христианину невозможно вести духовную жизнь. Ибо какая может быть духовная жизнь, где нет действительной молитвы, а не формальной? И в этом отношении его, у него много интересного, конечно, можно найти не в отношении того, что касается и духовного, так называемого духовного образования. Лучше сказать точнее, богословского образования. Он очень критически отзывается о том, какое оно было в XIX веке. Ну, это действительно. История это именно и показывает, что, оказывается, богословие, научное богословие совершенно ушло от самых насущных вопросов реальной духовной жизни человека. Впечатление такое, что богословие забыло, ради чего пришел Христос. Он пришел ради одного – исцеления человека от того падшего состояния, в котором он находится. Исцеление от страстей. Богословие занято совсем другими вопросами. Совсем. Это мало касается оно именно самой сути христианской жизни человека. И поэтому он пишет и с сожалением, и с недоумением, и говорит, что есть науки, есть академии, есть кандидаты, есть доктора. Но право, говорит, подчас это смех, да и только. А коснись, какая напасть, какое искушение этого доктора богословия. А оказывается, он и в Христа не верит. И пишет, я встречался с такими. Это XIX век. А если мы попробуем немножко двинуться вперед и посмотреть, что творилось перед революцией 1917 года, в каком состоянии находилось наше богословие, то, наверное, мы вспомним Игнатия и скажем, «Боже мой, как он точно говорил!» Ведь не случайно святитель Феофан писал, «Еще одно-два поколения, и не останется у нас никакого православия». Слышите, как они созвучно говорили? И верно, прошло полтора поколения, и революция. Так вот, святитель Игнатий обращал внимание всех без исключения на то, что без
знание основ духовной жизни, без понимания молитвы, без понимания, что такое добрые дела, без понимания, если хотите, таких вещей, как духовничество, как отношение духовника к посому и наоборот, без понимания этих вещей православие угасает. Он особенно, конечно, много писал о монашестве. Это естественно. Он не просто потому, что он был монахом. Не только потому, а он говорил, если не будет истинного монашества, никакого православия и вообще христианства не будет. Что он говорил? Он говорил, конечно, не о поверхностном монашестве, конечно, не о форме, не просто о постриге, не просто о существовании монастырей. Пишет о другом. При этом обращал внимание на то, что имеет очень большое значение и для нашего времени. Так в одном из писем он сообщает. Вот там-то есть два очень хороших женских монастыря. Там все очень благоустроено, все чисто, аккуратно. Но там одна только внешняя форма. Дисциплина, чистота, порядок. Но нет никакого духовного делания. О монашестве он в этом отношении пишет очень много, и подчас многие его фразы звучат достаточно резко. Он даже говорит так, что сейчас можно его подобить весеннему снегу конца марта, начала апреля, когда кажется сверху снег, а наступите, и там оказывается уже талая вода, и вы провалитесь. Он писал даже так, монашество доживает последнее время. Даже так писал. Писал о каком, повторяю, монашестве? Не о внешнем же, конечно. И он непрерывно повторял слова и повторял, и сам говорил, нет монашества там, где нет умного делания. И он говорит, оно почти повсеместно исчезает. Сам на себе говорит, я всего называю несколько случаев, когда он мог встретиться с людьми-монахами, которые действительно занимались, можно сказать, так, или которые имели это умное делание. Уже 19 век. И поэтому в этом отношении его эти слова о состоянии монашества, о состоянии духовенства, о состоянии богословского образования – они являются, я бы сказал, громким предупреждением потомков. Идем по тому ли мы пути. Если не обратимся мы к пониманию духовной жизни и каким-то хотя бы потугам для того, чтобы вести эту духовную жизнь, ничего не останется. И в этом отношении он оказался как созвучным святителем Филаретом Дроздовым, который говорил, ни одна церковь не гарантирована, ни одна православная церковь не имеет никакой гарантии от полного искажения. Только Вселенская церковь, только по существу церковь является действительно нерушимой стеной, а любая поместная церковь не имеет гарантии от того, что она останется таковой. Эти предупреждения звучат, как видите, от великих людей. И вот слова святителя Игнатия Брянчанинова, который, как вы видите, который оказался столь восхваляем, если хотите, столь почитаем такими авторитетными подвижниками, о которых уже мы говорили, эти слова действительно заслуживают самого пристального внимания и обращение к ним для того, чтобы, может быть, еще найдутся люди, и кажется, они есть, которые способны к духовной жизни по существу.